HSL 500 G-Toxic. Геймерская гарнитура с микрофоном и стильной подсветкой. Гарнитура поставляется в коробке с эффектной полиграфией. Внутри самой упаковки можно найти лишь сами наушники. Модель получила интересный и стильный дизайн, выполненный из качественных материалов. К сборке нет никаких претензий. Чашки тут пластиковые с рисунком в виде трещин. Также есть вставки из металлической сетки и глянцевые элементы. Оголовье здесь двойное. Верхняя часть дужки выполнена из металлической основы и прорезинена. Внутренняя часть оголовья мягкая, из кожзаменителя. Благодаря мягкой вставке гарнитура не давит на голову, что позволяет использовать ее на протяжении долгого времени, не испытывая дискомфорта. Адаптивное оголовье позволит использовать гарнитуру любому пользователю и подстраивать длину дужек под себя. В качестве выдвижного механизма выступают металлические нити, что продлевает срок службы наушников. 40-миллиметровые мембраны обтянуты красной тканью. Их прикрывают амбушюры из кожзаменителя, которые обеспечивают плотную посадку на ушных раковинах и создают пассивную шумоизоляцию. Микрофон здесь на гибкой ножке, всенаправленный и регулируется по всем направлениям. Позволит всегда оставаться на связи с друзьями во время игры. Из особенностей – чашки гарнитуры оснащены подсветкой, но возможность менять цвет и режимы свечения, к сожалению, отсутствует. Кабель здесь в прочной тканевой оплетке. Длина приличная – 2,2 метра. Следует отметить, что на кабеле питания также имеется массивный блок управления громкостью с помощью колесика регулировки. А еще обратите внимание, что гарнитура имеет 3 коннектора для подключения к компьютеру, 2 мини-джека типа размера 3,5 мм для микрофона и наушников, а также USB для активации подсветки. Наушники Oclick HSL 500 G-Toxic воплотили в себе оригинальный дизайн, качественное исполнение и по доступной цене. Здесь есть все необходимое для комфортного гейминга и даже больше. Регулируемый микрофон, стальная подсветка и адаптивное мягкое оголовье.